И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Royal Quest. И закончили мы в прошлый раз на том, что я убил пауков нужное количество. И... точнее, я не нужное количество убил, я за кадром их добил, если теперь не ошибаюсь. Ну вот, и, собственно, продолжим из того, что я буду сдавать все квесты. Посмотрим, что же мне пришло за каждодневный заход в игру, и пойдем по квестам. Ну вот, я вспомню, что хочу. Пойдем по квестам. Я не знаю. Наверное, я все-таки. Давайте-ка попробуем. Вот это вот. В общем. Сейчас я вам даже его ник скажу. Вроде вот, друзья, даже добавился. Друзья, это здесь. 48 левел. Да, вот. Скрытный ассасин. Он мне очень сильно помог тем, что мы побегали по вот этим вот квестам, да, по розыску. И я понял, что я и голема хаоса, и вожака стаи могу, если хорошо постараться, даже в соло убить. Хотя голема, по мне, так как-то даже легче, наверное, будет. Вот, ну... Принц Мары, это без вариантов, я к нему не смогу туда попасть никак. Вот, поэтому, как бы так, то я вот и думаю, то ли это делать... Я, наверное, стрим запущу какой-нибудь, когда-нибудь, и все, кроме Принца Мары, все попрохожу. Вот. Ну, а пока что мы будем просто по квестам ходить. Ладно, давайте сдавать квест. Возвращаться в город. Так, выносливость, это... Ворон, скорость бега. Па! Ну, конечно, выносливость, без вариантов. Нафига мне оборот и так далее. Так, все, взяли квест. Нормально, у меня еще 250 тысяч двоих с опытом. Так, Че хочу? Че хочу? Так, это пока что-то закрыть. Пружина. Окей. Так, дальше что мне надо? Мне черепа, Динополис. Это такая заманоха нехилая. Лунный оазис. Вот, наверное, в лунный оазис надо будет сгонять. А, пыльца песчаной жужи. Угу. Наверное, пойдем сейчас в лунный оазис. Это у нас надо будет... Поляховать вот сюда куда-то, да? Да, вот на лунный оазис, ну и жужа. Ой, господи, жужа. Ой, господи. Тип-то-бом. Надеюсь, ты не будешь долго пытаться что-то там выяснить, рассказать, показать и так далее. Типа, прикольно. Тени. Окей. Угол, окей. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Что там собрался, смотри? Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. А, господи. Блин. Нет, надоедает, если честно. Спасибо. Так, критическому урону получаем за... Ого, золото при защите. А у меня там еще сейчас... У меня сейчас в защите.
Ладно, все, погнали, погнали. Что напишет, то попадет в кадр. Так, погнали, 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 быстрее, надо быстрее. Так, надо только вот его... Вот так, наверное, да, выйти. А, кинули группу. Кстати, да, сейчас какое-то в новом обновлении ввели такую прикольную штуку, там, когда сундук открывается, и если вы в платьке, то там есть, типа, можно заявить на него свои права, так сказать. Вот мне вот это нужно, а это мне не нужно, там, и все в таком духе, короче. И в зависимости от того... В зависимости от того, что, да, как там, ну, то есть, кто проголосовал, там, может тебе попасть или не попасть. То есть, так вот. Так, ага, точно. Крылошки, у меня же есть крылошки. Так, и... Ну да, сократил немножко путь, на том хорошо. У меня бывало сюда, ну, чаще всего у меня куда-то сюда телепортируют крылья, когда начинают телепортироваться. Это, кстати, очень удобно. И давайте посмотрим. Так, ну, в целом-то штука нормальная. Ее только надо будет подточить, чтобы защита давала побольше. И получаем критический урон. Штука классная, но пока что надо отложить. Я пока что борюсь очень сильно за защиту. Вот. И уже он становится персональным. А что если я после крестоносца так и так, то есть я его как вкачаю до определенного момента, не будем говорить до какого, я перестану за него снимать. А что если положить на склад и я скину на... Я скину его на... разбойника своего. И уже она будет с ним бегать. И это больше толку будет. Критический урон, все дела. Получаем золото, тем более. О, 40-го левела. Она у меня 23-го левела. Ладно. Задумаемся об этом. Понял, что место в рюкзаке. Ну, мне надо инвентарь освободить. Я там квест проходил вчера, что-то, ну, там, зашел, а делать нефиг. И побегал, короче. Качался немного. Ну да, немного. Процентов 7 вкачал в итоге. Так, давайте посмотрим, все нормально, все хорошо. Так, карточку давайте возьму. Вот эту вот я туда скину. Ага. Так, мне надо поты на ХП. Очень надо. А то уже заканчиваются. Кстати, одну воскрешалку вчера заюзал. Потому что там что-то какая-то непонятка произошла, и чувак сдох. Пришлось его резать. Ну, это, кстати, был первый человек, которого я воскрешал вообще в целом. Потому что у меня обычно их нет. А тут как бы повезло ему, что они у меня лежат, это персональные предметы, все дела. Так, давайте сейчас глянем сразу на почту. И у меня получается здесь дали два рупора. И синяя коробка. Вот синяя коробка сейчас забираем. И вот ее мы вскроем. Так, коктейль Жужа. Так, билет инфанты. Так, вот это говно. Вот это, короче, тоже говно. Ну, билет инфанты так валили-мили. Ну, в общем, синяя коробка мне не сильно такой уж понравился. Но, опять-таки же, билет инфанты. Давайте посмотрим. Это же не персональный предмет. Билет. Сколько ты говно стоишь? Сколько ты говно стоишь? А, это же расходники. Дерьмовый поисковик. Так, 18 тысяч. Ну, короче, так себе это все дело. Так, коктейль злая жужа. Злая. И 4 тысячи. Ну, короче, ни о чем, если честно. Так, легче ее продать, все это в ТПЦ. Ну, ладно. Так, ну, это у меня пускай лежит билетик, я его заюзаю, это все я продам NPC. Ну, как бы, больше заморочек, по-моему, будет ставить рынок и так далее. Надо все-таки как-нибудь заморочиться и записать видео, конечно, уже, может быть, и не актуально, но, хотя нет, актуально. Так, ого, почти 400 уже.
Так, так, так. О, кстати, у меня 93 уже этих. Ну, блин, ладно, пускай там лучше. Квесты. Все. Сосредоточились и вперед. Квесты, квесты, квесты. Я хотел пойти. Ага. Чё, ну-ка еще раз. Мне что там пыльца всего лишь навсего нужна. Запущен. Блин, песчаные жужжи всего лишь навсего. Ну ладно. Давайте посмотрим на рынке. Так, в каком рынке? Мне сначала надо здесь посмотреть. Так, 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 так. А где у меня здесь? Так, это не то. Та-та-та-та. А, мне там жало, да, надо? Жало скорпиона. Мне там жало же надо. Я просто хочу сразу, раз уж я туда пойду, то, да, жало скорпиона. Вот, это не они. Так, куда-то, кстати, тоже продать. Так, надо пока, скажем, лежит того. Блин. Удалить. Я туплю, если честно, прям жестко. Я не знаю, вроде бы начал, хотел по-нормальному начать, а тут одно на другое, и все, я начал тупить уже жестко. Так, пыльца, песчаные жужжи. О, там мне легче купить. 15 купить и жало докупить не буду. 800, нифига себе. Давайте-ка лучше их повыбиваю, это реально жопа какая-то. Да уж. О, кстати, блин, ладно, не буду, короче, я лучше все оставлю на стрим, потому что там больше много заморочек, я хотел еще взять эти квесты, ну да ладно. Так, ну и все нормально, это на квест, это на квест, это продать, все свое ношу с собой. Так, это продать магазин, и сюда. И вспомнил, что еще мне нужно. Мне нужно... Это фиг не надо, нажим как рога. Заканчивается. Я ее заменил. Так, перемещаемся в другую инфанте. Переместиться. Бежим к лунному оазису. И все будет хорошо. Так, ничего лишнего. Только все нужное. Я же с тотемчиком могу с ним что-нибудь сделать, но да ладно. Все, принцесса. Так, 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 так. Так, 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 так. Да, я правильно помню. Стоит. Что, здесь еще что-то есть? О, прикольно. Здесь какой-то квест. Шилка. Ага. А, ну давай сюда тоже сходим. Окей, побегаем пока что по пустыне. А, да. Буря в пустыне. Квест в пустыне. Все дела. Куда мне надо? Мне надо к пирамиде. Сейчас мне надо к пирамиде. Так, ну я чувствую, я всякое говно тупо нацепляю за собой. Ну да ладно, фиг да с ними. Так, они же у меня получаются здесь козлячие такие. Мне надо вот это взять. Ага, отцепился еще лучше. Так, хорошо. И куда мне нужно будет идти? В город. Хорошо, но я пока что к лунному оазису пойду. Так сказать, на обратном пути занесу. Хотя опыт, конечно, дает офигенчик за него, за этот квест. А, нет. Отмол за этот квест. Да. Да ладно. Я чутка опутал. Блин, реально, 5000 частиц, а опыта нифига не дает. Это же лобытный. Задел, да. Так, ладно. Вперед к светлому будущему. Так, и что я хочу? Что хочу, я сюда хочу. И, конечно же, мне надо немножко поубивать скорпионов. По пути, я сказал, немножко, нифига себе. Нифига там. Не-не-не-не-не. Я хочу обычных скорпионов, я не хочу это говно, которое у меня просто... будет терзать и убивать. Не, ну я их, конечно, убью. Блин, заморочек-то с ними будет побольше, чем просто с маленьким скорпиончиком. Так, ладно. Лекарство для сна. Окей. Жало. Окей.
лекарства для сна сдаем, и все прекрасно, вот так вот легко я и получаю свой опыт. 62%, скоро будет 45 левел, это означает, я возьму хорошую пушку, и я надеюсь, я до стрима это успею сделать, и... Да, я, наверное, сначала заработаю на новую пушку, вот, а потом уже... Да, ну нафиг, вот это как оно красиво. Вот, а потом уже буду проходить все эти квесты. Не, я от них огребаюсь по-жесткому, но все в задницу, короче, всех этих больших скорпиончиков. Я лучше сваляху... Ой, не сюда. Сваляху на другую локацию. О, блин, не, я, короче, пропустить не могу. Это вообще без вариантов. Ой, иди отсюда нафиг. Говно. Говно. Так. Все, валим отсюда. Я лучше на мелких подбиваю всю эту гадость. Что-то мне не очень сильно нравится. Скорпион погибает. Они такие добили этого скорпиона. Ладно. Здесь скорпиончики как-то послабее, с ними полегче, и все в таком духе. Это да, все правильно. У меня скорпиончики отмечены на локации. Извините, у меня тут вообще у горла. В последнее время вообще... Я ненавижу лето за то, что простыть очень даже сильно легко. Достаточно просто нафиг поработать, припасить... И выйти на прохладное место, все. Все, ты уже заболеешь. Нет, я ненавижу из-за этого лета. Вот чисто из-за этого лета я и ненавижу. Ну, а так вообще оно замечательное. Тут я обожаю это. Не, конечно, до этого у меня как бы с этим проблем не было. Ой, ну приболел и приболел. Господи, чем пробуешь, проблемка. Вот, но тут приходится снимать видяшки. Охрипеть! И не сильно-то охота. Вот такие вот дела. Тем более, все ж такие придирчивые, все ж такие критики. Там, ой, ты делаешь не то, ты делаешь не это, ой, ты делаешь не так. Ой, да зачем ты так? И все в таком духе. Чтобы к голосу продирались, я вообще все поубиваю. И так поперебаню. Ну, я как бы этого не хочу делать, поэтому... Лучше не давать самому же себе повода на это дело нехорошее. Так, ну тем временем я с легкостью просто легкой рукой всех раскидываю, куда попало, и я понял, что у меня не то копье. Ты иди отсюда, говно. И попал. Я хотел вообще другой скилл заюзать. Ай, говно вы тупое, блин, придется мою таблетку хавать. Успел убиться. В целом, я все фармы я не люблю за то, что я уже не раз говорил, но кто-то же не знает. Я даю 100%, кто-то не знает. Вот, фармы все эти не люблю за то, что я молчу. Я всегда молчу при фарме и так далее. То есть, как бы, мне это напрягает, как бы. Не, когда я фармлюсь, мне охота просто помолчать и ничего не делать. Икс уже лучше намного. Благодаря этой защите уже намного лучше и легче. Вот так вот. Ибо нефиг. Так, раскидался. А, что хочу, мне еще 5 надо клешней. Ой, жал, я думаю, 5 жал. Жалов, это какое-то не такое название будет, я чувствую. Так, ставим, рубим, убиваем. Ну, почти убиваем, потому что коряво заехал и не очень получилось. Гуди ты мелкое говно. О, разлетелся чертям собачьим.
желтая трава. О. Наверное. О, таблетка вернулась моя родная. О, что за желтая трава? Хочу подобрать желтую траву. Не знаю, какое-нибудь говно вот это выкинем. О, прикол. Каменная кожа подбирать. Она явно будет получше. А если муравьиную кислоту подбирать? Я не знаю, я... У меня... Доморочка по этому поводу вообще. О, белая глина. А, на, я ее не собираю сюда. Нормально. А нафига я тебя это бью? Ну ладно. Жнивы сейчас нужны. Вот тебя тут говно не хватало. Тупое. А, ты еще и ветер, ну супер. Меняем фишка. Да, надо с копье еще и с элементом огня сделать. Короче, все шмотки на добычу золота я уже слишком не заморачиваюсь по этому поводу. Надо будет на добычу золота все это убрать и просто элементальное оружие с собой потаскать. Ну, пока что, я думаю, рановато их делать. Потому что эта штука, зараза, будет очень сильно нужная. А, ну супер. Один эскейп, это была отмена скилла только. Ну да. Ну ладно. Это была сильная проблема. Да ты ж сдох уже! Говно кусок. Так, ладненько. Я жив, здоров, жив целый орел. Нормально. Ну, наконец. Все. Подохану отсюда. Так, вот это вот. Говно надо заюзать. Вот это говно. А черт тебе говна кусок. Ну ладно. Это говно так и заюзим. Я просто эти бутыльчики зелья бодрости 14 штук выпало. Я думаю, а смысл мне их продавать? Они же мне заполняют. Нехилое количество. 90. Из 200, почти половина, да? Вполне нехило. Так что я решил, короче, оставить. Тем более, их не так уж и жалко. Мне все равно жаба душит. Я понимаю, что у меня там много чего есть и так далее, но все равно меня жаба душит. Вот так вот. Ибо нефиг. Так, что мы имеем? 47. Уже неплохо. Так, стоять. Вот это хочу. Замечательно. Погнали теперь. Не знаю, кстати, как это люди у меня, подписчики, высчитывают и все в таком духе. Но как-то же умудряются находить, в чем весь прикол. Потому что я играю в разное время. Кстати, я сейчас не буду выключать часы. Ну и вы как бы увидите, то, что я играю абсолютно в разное время всегда. Ставлю именно часы, не в FPS. Ну, то под этого FPS никакого. И так видно, когда лагает, когда не лагает. Вот. А то часы как бы вот время. И, ну это, кстати, да, плюс 4 часа к Москве, но суть-то в том, что... Суть в том, что время-то у меня всегда нестандартное, и захочу, захотел-зашел, захотел-не-зашел, и как-то у меня все равно умудряется нахатить. Видать, очень много подписчиков, которые смотрят Royal Quest, и это круто, знаете, прикольно даже, такое разнообразие. О, вот они, скорпионы, должен все-таки по низу идти. Вот они, скорпионы, все-таки я правильно пошел. Да ты говно, иди отсюда, колобок летающий. Ты ж, иди отсюда, колобок летающий. Я сказал, иди отсюда. Эйк, ну-ка, дети, ну-ка, в ряд. И вот это вообще красиво. Пронесся. О красоте. И вот так сейчас поставлю знамя. О, это вообще красиво. Ну-ка, в ряд сказал, мать вашу. Что творите?
Вот. Либо нефиг пытаться меня убить. Так, а что у меня за копеток в этом деле? Я его менял? Я его не менял, слава богу. Этот ветряной говно кусок. Колобок летающий, как меня бесишь, а? Как тебя зовут-то? Пустоглот. Просто хотел прочитать пустоглоток. Он явно не то. Да. Ага. Подожди, блин, видишь, я... О! Жнёт скорпиону. Холодный песок. Интересно, а что это за говно? Что выкинуть? Что хочу? Блин, все дорогое уже. А, ну, блин, точно, добить же надо. Чё ж это я так забылся? Это надо змею, короче, завалить, она меня уже бесит. А, на стойке, вот почему она меня бесит. До сих пор бегает она. Так, чё хочу, вот это хочу выкинуть. Вот так вот, да. Давай, холодный песок хочу подобрать. А, ну, цена одинаковая, но как бы интересно было. Да, я уже подбирал не раз, как бы, но все равно. Так вот тут. А теперь-то ты сдохнешь, говна кусок. Сдохни, тварь. О, да. О, там еще муравей, что ли, был? Вот шлепта. Вот говна мелкий кусок, а. Экс. Выжимку. Выпить, восполнить энергию, и все нормально. Блин, 26 минут уже, прикиньте, да. Я опять прострадал, фигню. Блин, не, реально, порой квест надо стрим устраивать, потому что так вот, блин. Я только вроде бы начал, как-то выглядит все это не очень, и... Вроде бы и серию выпустил, и в итоге я полсерии только пробегал. Замечательно. Так, ну а теперь валить уже к оазису. Ой. Погоди-ка, это что такое? Ну, скорее, я... А может, тоска объявлений? Так, ладно. В общем, суть до дела, погнали. Чего там фармится во всем? Ой, господи, как я ненавижу этот фарм. Пиновая пластина, кстати, уже 105. Неплохо. Просто пошел. Нет, еще первый, слава богу. Нет. А, это пружины, которые. Окей. Слушай, мне кажется, я его здесь не видел. Имка, Занка. Не, реально, мне кажется, что я их не видел здесь. Ой, блин. Экс, сейчас от этого говна всего избавлюсь. Замечательно, еще одна хитиновая пластинка, я хочу просто цветок подобрать. А, так вот там. О, даже три лена, супер. Лен это хорошо, лен это пригодится. Не, все равно, мне кажется, я этого завода не увидел раньше. Либо я так мимо, красиво мимо проскакивал, что я его не видел, не хочу. А, кстати, да, я же набил уже. Наверное, поэтому не отображается у меня. Купюра. Куда, блинский? Вот так вот. Вот здесь покороче, побыстрее. Так, и сдаем, короче, тебе квест. Я не знаю, если в цели страдает сюжет, то удобно лично. Все.
Давайте, короче, это возьмем, потому что противоядов нет, рыбная жвачка есть, а вот это вот вроде бы что-то хорошее. Она попадалась, но редко. Так. И что, хочу, что хочу, да все уже, пожалуй, на этом уже есть смысл заканчивать, потому что есть смысл уже закончить, потому что уже полчаса времени прошло, а это означает, что пора заканчивать, как бы это ни звучало, но звучало так, как я сказал. Вот такие вот дела, народ. В общем, всем спасибо за просмотр. Я подумаю о том, когда запустить стрим. Но стрим я запущу, наверное, после того, как я апну себе левел. Так что это будет еще не скоро, наверное, недели через две только. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну, конечно, делитесь моими своими друзьями. Всем удачи и всем пока.